Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Фокусен. И что ж, сейчас мы будем стримить групповой этап BO3 Silver Дивизиона, где играет команда Изи и команда ОК. Что ж, команду Изи мы уже стримили и видели довольно-таки интересные игры с этой командой. И да, я говорю мы, потому что ко мне в скором времени должен присоединиться Сакастер Старсик 2, которого зовут Алексей. Что ж, уже прошла фаза банов. Забанили таких героев, как Паразит, Паппет Мастер, Доктор Репульсор и Слон. В принципе, баны правильные, я считаю, потому что этих героев не хотелось бы видеть ни одной, ни другой команде. Потому что Паппет Мастер очень много контроля, ваншот одной цели и сильный керри в лейт гейме. А репульсора не убить. Репульсора не убить из-за его ультимейта, который позволяет перемещаться по карте очень быстро. То есть очень мобильный герой. Паразит пикается для того, чтобы загангать всю карту, или же для того, чтобы унизить вражеского лесника. А тем временем слон сейчас очень сильный, благодаря своим способностям. То есть слон может переворачивать тимфайт и наносить суматоху в ряды противников. То есть слон очень классный. Так, тем временем Изи забирает себе торта. Торт очень хороший саппорт, потому что своим эмпейлментом наносит много дэмэджа, также хороший пуш потенциал и стан. Стан по области, это всегда хорошо. Рапсоди также сильный саппорт. Благодаря своим ультимейтам переворачивает замесы в свою сторону, спасает союзников, а также может их захилить. То есть все хорошо. И пока думает, кого брать дальше. Что же вам могу рассказать интересного? S2 анонсировали нового героя, который будет керри дальнего боя. И это очень классно, потому что, допустим, я люблю играть на керри. И думаю, многие из вас тоже любят керри. Да, этот керри будет очень сильно критовать. Ну, на первый взгляд. То есть, первое впечатление героя. Очень много критует. Много дэмэджа, довольно-таки тонкий герой будет. И интересный. Да, то, что интересно, это классно. Так, тем временем у нас пикают призонеры. Призонер хороший герой тоже. То есть все герои хороши. Но пикают, конечно же, лучших. То есть лучших проверенных героев, благодаря которым можно выигрывать игры. А тем временем команда Хеллборна забрала себе Бабблса. Что ж, черепашка у нас может как соло мид терпеть, так и соло хард. Но скорее всего это хардлайн будет, хардлайн Бабблс. Но мы это увидим. Увидим в игре. А тут показывает Деваура. Не думаю, что это будет Деваур. Будет что-нибудь другое. Посмотрим. Уже тратят драгоценное дополнительное время. Не знаю, от кого взять. Берут Темпеста. Темпест хороший лесник. Вообще Темпест хорош. У Темпеста ультимейт переворачивает игры. Может выходить, станет унижать, а также прекрасно пушить. То есть Темпест плюс Торт уже неплохой пуш потенциал имеет команда Изи. Вот, а тем временем берут Фараона. Так, сейчас ко мне присоединится Алексей. Так, привет, Леха. Привет, привет всем. Да, ну что, тут уже понапикали немножко. У Легиона довольно-таки неплохой пуш потенциал за счет Темпеста и Торта.
Вот, а у Хеллборна два героя, которые могут пойти на хардлайн, это Фараон и Бабблс. Вот. Ну, я считаю, что у Хеллборна кто-то будет стоять соло мид. Ты так думаешь? Ну а что тут? Бабблса на изи вряд ли будут ставить. А тем временем у нас банят Ралли и Дарк Леди, а также Солстиса. Ребята не хотят видеть точнее, команда Легиона не хочет видеть лесников, кроме Темпеста. А и думает, кого банить. Ну, в Рапса только саппорт видна. А Хеллборну нужно еще пикнуть керри какого-нибудь сильного. Ну, они сейчас, возможно, пикнуть лес и пойдут 1-2-1. Посмотрим. Что-нибудь придумать. Ну тут видишь, легионер это показывает. Может быть, ну, в команде Легиона Темпеста как бы экспыта будут больше накапливать. Темпестом, а вот паразиты-то забанили, вон Офелия уже забанена. А также в бан попадает Мэдмен. Один из лучших хардлайнеров. А, да. Еще с листа забанили. Скорее всего, фараон, мне кажется, пойдет на мид. Фараон мид терпеть. Возможно, Готовиться к да. харду. Да, берут Кракена. Кракен плюс Темпест. Прекрасная бомба-комбо. К тому же туда еще и Призонер может. Ну, если только Темпеста не законтрит фараон. Да, фараон может пробить БКБ, сбить ультимейт Темпеста, если, конечно же, сам в него не попадет. В Ну, мне принципе, кажется, он будет стараться. да, все будут стараться. Не будет легкой победы. Ни для кого. Хотя, посмотрим, что покажут нам эти ребята. Ну вот Изи мы уже стримили. Вот, и видели их интересные пики. Там одна игра была, где они поставили Хелбрингера на соло изи, И как который он стоял? выиграл Гринекса. Так, ну забирает легионера. Что ж, легионер такой лесник. В пабе, конечно, может прокатить, а вот в турнирном режиме его можно законтрить, заблочив пару пулов. Ну, посмотрим, догадается ли это сделать команда Легиона. Но я думаю, Изи догадается, купит варды и пойдут. Я, во всяком случае, надеюсь на это. Потому что если ему не заблочить спауны, то он может очень быстро апнуть левел, приобрести артефакты и загангать всю карту. Так, и у Легиона в рейчит хак. Просто мне уже не терпится увидеть их ультимейты в действии. Конечно же, хорошо поставленные. У Легиона-то на изилайне кто будет стоять? Региона? До региона Хага Изилайн, дабл мид Призонер Торт, Кракен на харде, Темпест Лесу. А Хеллборн забирает себе собаку. Джуминай. Посмотрим, как будет играть эта собачка. Мне она Может просто очень быть. интересна. Может быть, именно она пойдет на карту. Нет, там Джуминай с Рапсоди, Да понятно, понятно. Фараон терпеть мид, Бабблс на харду. Наверное, будет так. Ну или Фараон с Бабблсом поменяется. Посмотрим. Спаун Может быть, Фараона. легионер пойдет в чужой лес искать Темпеста. Гонять его. Ага, Под конечно. крипами, крутилочка-то будет работать неплохо. Ну, а тогда приходит Призонер и минус Легионер, конечно. Все так и будет. Что ж, ребята загрузились почти. И мы начинаем. Так. Да, в принципе, все понятно. Легионер побежал ломать деревья в своем лесу. Сразу же. Вот тут вот сейчас ломает деревья и будет Нет, вот все-таки фармить. Бабблс пошел на мид, а фараон на харду. Бабосы решили на мид отправить. Ну, в принципе, правильное решение, потому что фараон на миде. Если бы попался под хук Призонера, сразу бы погиб. В принципе, да, верно. А Бабл с помощью этой кавера может как-то выжить еще. И не попасться под хук.
Так, что, пойдет ли команда легиона? Блочить спаун легионера. Нет, Что-то лишь не непонятно. купили, они один вард купили. Да, который либо на руну, либо на мид куда-нибудь. А тут рапса будет гонять кракена на харде. Фараон спрятался. Фараон, Фараон, кстати, Фараон будет... сделал свое грязное дело. Да, он сейчас будет отводить крипов, скорее всего. Прям. Видел он хагу. Хорошо, он спрятался. Как это его не видит? Он сейчас просто отведет крипов и все. Получит фаст второй левел. Ну, я надеюсь, он будет отводить. Ну, хага может качнуть пиявку. И так под заметлом его. Ну, ей крипов-то своих. Точнее, даже их надо убивать. Не. Не? Ну вот. Крипы для слабых. Фараон все правильно делает. Потому что он понимает, что стоит один на один, ему никто не помешает сделать вот этот отвод. Хага пойдет ли? Да, Хага пошла вниз. Хага не такая и глупенькая. Да, на миде торт уже харасит Баблса. Да, ну Баблс тут будет терпеть. Хотя его тут могут еще убить. Если выхукают, и он не успеет заюзать рекавер. Да, на харде Кракен получает экспу. Ну. Да, кстати, балуется. Не сказал бы я, что он много экспы получает. Ну да. Рапса все-таки его гоняет. Вот легионер пошел фармить. Все хорошо. Сейчас будут ганги зависеть от легионера, расфармленного или нет. Да. Который может перевернуть вообще легко эту игру. Ну, легионер сейчас вообще спокойно фармит, ему никто не мешает. Да. Хага стоит на изолайне. Смотри, куда пошли крипы. Что с крипами? Где? На боте. Крипы не захотели идти к Хайге, они решили пойти на Т2. Да, говорят, не нравишься ты нам. Да, мне нравится. Кстати, смотри, вард нашел кракен каким-то непонятным способом. Откуда у него тут антивард, я не заметил? Нет, привезли кто-то. Но вопрос, как он догадался? Ну, видимо, увидел, как рапса на хотя... ставит вард. Других всё вариантов возможно. У меня нет. Так, по ГПМ что у нас? 330 ГПМ призонер, ну понятно, соло. Ой, на миде стоит против соло Баблса, ему никто не мешает. И 320 ГПМ Лего. Торт подобрал хасту. Ой, хасту реген. Да. Восстановил манку всю. Кстати, Кракен сейчас с Рапсоди дерется. Ну нет, Рапса делает стан и в безопасности. Хотя Кракен мог ее. О, Баблса поймали на хук. Баблс попал. Да-да-да, и Тор там зафейлил. Не успел станчик дать. Да, видимо, не ожидал. Ну да. Ну, Баблс выжил. Но если еще раз призонер попадет хуком, ему уже не выжить точно. Фараон там... гоняет Хагу. Ну... Хага должна была качнуть первую способность на двоечку и унижать Фараона. Она пришла сюда фармить. Ну, ей фараон мешает, хотя такого не должно происходить. Фараон-то уже с сапогом. Ракетка на 2. Да, ну Хаги тут летит ботл. Да, Хага с ботлом, в принципе, все правильно. Собачка у нас качается через первый и второй скилл. Плюсики не признает. Ну, вот. Каждого своя раскачка, может быть, это принесет ему какую-то большую пользу. Да, а легионер у нас тоже нестандартный, он собирается через инсанитариус, а не через шлем. Ну. Тут Баблс опять вроде как попался под хук, у нас тут живой. Кто-то же говорил, что через, через инсанитариус. Да, и собака убивает Кракена. О, на миде Баблса. На миде Баблса убивают, вышел Темпест на хосте, и такой некий размен получился.
Собака соло убила Ну, Кракена. там, считай, убил вражеский кэрри, а здесь саппорт. Собака уже имеет 430 ГПМ за счет того, что она взяла First Blood. Темпест купил ПК. Ой, ПК. Аркану. Да, с Арканой все нормально у него. Даже на 4-й минуте получилось выйти. Ну, это все загангал. Получил денежку. Немножко. Да, ну с получением 6-го уровня он должен, даже обязан выйти куда-нибудь и закрутить. Так, Ну, ставится пауза. что-то Хагейн не очень-то живется на изилайне, она проигрывает уже по опыту. Там Да, 308 намного. ГПМ у Хаги и 303 у Фараона. Это как-то неправильно. Да, и 404 экспу фараона, а у Хаги Да 375. не, Хага сейчас заберет вот этих трех крипчиков, и в принципе у нее тоже 6-й уровень будет. А заберет ли? Да не, она в принципе должна забрать. Если фараон сейчас на реакции мгновенно прокачает ультимейт и использует его. Но ему все равно надо ботл еще заюзать. Посмотрим. Но ракетки-то у него нет. Хнем, Не, мумия и хелфайр не, есть. не, ну, мумия, у Хаги есть блинк. Нет, не решается. Да, на топе что-то собака въезжает в Кракена. Да, ну все, Кракен на харде сейчас нечего ловить. Вот этих хлебочков заберет и все. И собака его будет убивать по КД. Потому что. Ну вот, смотри, собственно. Станчик пошел, ультимейт и минус Кракен. Ну вот так вот. Да, вот так вот. Вот Чилис таким вот приобретает образом себе. убивают Кракена. Да. Ух, прекрасный тейк кавер от Баблса. Пизданер тут с Чилисом. Темпест вышел, дал маны Хаги. А нет, не дал. Кстати, Смотри. Хага, 50 хп в опасности? Темпес вообще не обращает никакого внимания. Он на своей волне. Да, фармит крепочку, что ему. Ну, Хага взяла дабл дэмэдж и направляется на мид. На миде Баблс въезжает в призонера, тот не попадает. Ну, тут выбежал легионер. Да. Легионер убивает призонера. Еще второго левела Рапсоди, конечно. На экспулечку, наверное, бежала. Бедняга не добежала. А, ну, Рапсе надо бы отводики делать, чтобы левелапать. Ну, легионер, смотри, 7-й уровень, все у него хорошо, агр на двоечку качало и может ганкать спокойно. Собственно, что Да. он и делает. Есть у него 1200 денежек. Это 1300 даже. фаст. Инсанитариус, Джиминай пушит топ. Ну вот, 450 ГПМ Джиминай, 420 Но легионер. он уже, смотри, прям между Т1 и Т2. Да он нагле это не Просто боится. Хага купила Грейв Локет. Без сапог. Странно, конечно, да? Ну, думает убежать просто на блинке. Да, ну Хага проиграла свой изилайн. Ладно, если бы она проиграла какому-нибудь баблсу на харде, это еще. Да, бывает. Но проигрывать героя ближнего боя, это такое. Когда Хага должна его унижать. У Хаги мало ХП, конечно, фараон. С одной ракетки посмотри, сколько выносит. Просто почти четверть ХП. Ну, это понятно, но Хага не должна была ему дать столько опыта. То есть он Ну, должен был бояться ее. вот Джемини снес Тауэр. Дальше мы наготовим. Кстати, у Хаги 20 хп, Баблс, если даст ультимейт, он Дал. убивает Хагу. И И Темпес сейчас тоже еще умрет. Темпеста. Темпеста заберут, но тут призонер подходит, хукает Баблса. Сразу же ультимейт, стейк кавер. Баблс убегает и забирает с собой Темпеста. Нет, справа он добивает. Да, прекрасная игра от Баблса на самом деле. Он вовремя заюзал тейк-кавер, но тут навстречу идет Торт. Что делает Торт? Почему он не станет? О, хороший. О, а, вот, они ждали. Да. Хороший стоп скилл от призонера. Развел он баблса на тейкавер. Ну, они вместе с Тортом развели на самом-то деле. Да, и Баблс сдох. Но все же,
5000 уже лидирует команда ОК и по голде, и 6000 по XP. Довольно-таки неплохо для 9-й минуты игры. У Легиона стоит целый один вард. Да, карта у них в темноте просто. Да. Кстати, легионер сейчас-то может не санитарию взять, а портал кей сразу. Я думаю, она это сейчас и сделает. Чтобы... Если честно, я не понял. Что? Если честно, я не понял, что делала Рапсодия. Она зачем-то подошла и вместо стака поставила поле на крипов. А, ну она думала, что поле стакается. Бывает. Вот. Я говорю то, что легионер ПК взял и будет быстрее заканчивать игру, но его агр какой-то... Не агр. Крипов решил пофармить вместо легионера. Ладно, это такое. Тем временем на боте команды Изи пытается запушить башню. Здесь фарон откидывается. Ой, видел. Как летает Темпеста, и Темпеста тут точно не жить. Он не может закрутить. Да, если он закрутит, он зойкает. Хотя сейчас... Опа. Сейчас фараон-то отъедет. А фараон отъезжает. Да, Темпест пережил. Не пошел он до конца. Фараон, я имею в виду. Если бы пошел, мог бы хотя бы убить перед смертью. Может быть, но тем временем Т1 сейчас упадет. В принципе, вот со следующей пачки крипов. Спокойненько. Да. Тем временем собака фармит свои айтемы. У нее энерджайзер, следующий артефакт, как я понимаю, это будет Light Brand. Что у нас? Да, бот вот упал. Собственно, отыграли где-то 1000 голды. Но это не слишком много. Собачка у нас уже 10 левел, перемещается на мид, и на миде будут пытаться забрать. Так, как ты думаешь, что варит Темпест? Темпест? Думаешь, это наверное? Тут или... легионер летает в торта, легу хукают, легионер тут... Нет, еще живой, собака прилетает и выносит всю команду Изя. Ладно, еще трех героев вынесли за счет легионера. Ну, в принципе, нормально, легионер сделал свое дело, он заинициировал. Ну да. Рапсодия килл получила. Да. Рапсодия 4 левела бегает без айтемов. Совершенно без айтемов. Но зато тут... Но зато, смотри, карта у них была проваржена буквально минуты 2 назад, наверное. Да. Ну и сейчас остаются... Сейчас 3 варда стоят. Да. Вижу, но у них все хорошо. Да вообще игра идет. Прям. Ну, так как они и задумывали. Рапсе бы левел получить, там торт 8-го. Ее ульта очень будет нужна. Да, ульта Рапсе очень полезна в тимфайтах. Может спасти кого-нибудь. Вот, но она. Она занимается. Владимир собаком. На собаке появился. А, Абиссал. Собаки 11 уровень, сейчас у тиммейта будет наносить еще больше дэмэджа. Кстати, сейчас рейд на собаку. Нет. Просто решили все пойти на топ. Пофармить крипчиков вместе. А на боте фараон. На боте фараон будет пушить Т1. В принципе, ему пока никто не мешает. Вот. Ну, Хаг. Вон уже бежит Хага, торт. И Темпес, наверное, все-таки да. Пойдет туда. Ну и он призонер. Он вот кидает ракетку, вот сейчас торта увидел. Паровозят они что-то. Да, сейчас будет попытка бить баблса на миде. Темпест меку приобрел. Да, меку собрал. Ну, в принципе, правильно. Рапсодия абсолютно голая. Абсолютно. Ну, она стакает, она все правильно делает, в принципе. Вот тут районный стак иншей, потом забрали все команды, и 1000 получили. Все хорошо. Ну, ей бы сапожик хотя бы. Сапог к ней вроде летит. Вон у нее стрейдера, варды, все нормально у Рапсели. Да? Да. Ну, и значит... в одном замесе поучаствовать и выжить, и все, и 6-й левел обеспечен. Да, у Легиона все очень плачевно, по артефактам вообще нет артефактов. Так, а это бо 3 или бо 1? Это бо 3. То есть... Шанс отыграться у них будет еще. Понятно. Ну я не знаю, с таким пиком, как у них. Они проиграли early game вообще просто. Да? Ну и на самом деле Хага взяла и слила
фараону это неправильно. То есть ладно, если бы к фараону кто-нибудь пришел. Она вот сол на соло. Чисто на опыте переиграл. Ну, то есть у Хеллборна уже там и Портал Кей, Владимиры. А у Легиона вообще нет артефактов. Ну, тут Темпеста, в принципе, аркана мега это ощутимая. Это в основном больше ничего нет. Вон, собака 540 ГПМ держит. В то время как у Легиона максимум почти 300. Почти 300 на хаге. Фармит чужой лес. Опа. Ну. Ах, промазал. Ульто сейчас фараон. Фараон. Угу. Ну, он просветил ракеткой Темпеста и хотел влететь. Не удалось. У Хохмагла в рычатках улетело. Тут приходит фараон, фараон без ульты, поэтому Хага спокойно убегает. Избежав смерти. Ну, видно, что команда Легиона не знает, что походу делать. Они просто бегают. Да, сейчас собака может поймать призонера. Нет. Не решается следовать за ним. А, ну вот, Инсанитариус на легионере, Лайтбренд на собаке. Да. Ну окей, тут явно уже выигрывает. Хотя, посмотрим. Ну, пару замесов, и игра может перевернуться. Да, мы еще ни разу не видели, как Темпест скрутил. Горшочек не варит. Да. То есть, и от Хакена ульты я что-то не видел. Может, я, конечно, упустил, но... Этого не видел. Вот легионер сейчас стоит на миде. Может попасться под хук. Его сразу же хукает призонер, ультимейт. Приходит вся команда. Лего должен умирать. Ставит релиз тракинг. Легионер, конечно, долго они убили. Ну, это все Инсанитариус. Ну да. Потратили на него 2 ульта, но забрали, это главное. Хук никуда, влетает бабус. Нет, не влетает. Почему 2? А кто второй? Так призонер. А, призонер же, точно. Да. Ну, в принципе, не так страшно. У них все еще есть ультимейт Темпеста. Вот, влетел бабус. Влетает фараон, сейчас влетит собака. И будет очень много дэмэджа. Варит, горшочек. Что-то не сильно это заметно. И команда Изи просто раскладывается. Призонер. Джукмастер. Просто. Как его не заметили? Ищет бабблс, его не может найти серфом. Да, как его не заметили-то? В принципе, эта точка Джука довольно-таки простая. Ну, конечно, Темпес заварил, но... Не ощутилось этого вообще. Да, никак не сказалось. И Т2 будет немножко падать. Ну, нет, у Легионом как бы маленькие лола встают быстро. Да, уже 13 тысяч, в принципе. Завалят трупами. Да, попробует. Да, слишком уже расфижены собака и легионер. Просто чувствуется вот эти вот почти 600 ГПМ. Ну там и у Баблса есть ПК. ПК, ПТ. Да, Баблс тоже. Стоял на против дабл мида. Да, его еще и гангали. И имеет 300 ГПМ. В то время как у призонера 270. Призонер собирается шанкинг хэп покупать. У него тут топорик есть. А фараон у нас выходит... Уже барьер. Вышел. Нет, он выходит. Я думал, ты скажешь на шаманку. А, нет, он барьер будет собирать, потому что у легиона слишком много магического урона. Тут собака убивает Тарта, но ставит релиз. Собака убивает Тарта, но она может сейчас очень сильно заиграться. Ой-ой-ой-ой, больно. Убивает почти Хагу. Смотри, сколько дэмэджа наносит эта собака. Решает соединиться, в принципе, правильно, у нее вторая способность будет через секунду. Ну, что-то она... Дожит скиллы. Просто ой, убьет Хагу, но сейчас сдохнет. Она должна погибнуть, да, слишком заигралась там вся команда. Вроде как вся команда уже прибежала. Да, убивает Темпеста. Также призонер должен умирать. Как фараон хорошо попадает в Хагу, на Хагу убегает на ТП-шку. Это была ошибка со стороны призионера вытащить фараона, конечно. Да, призионер тоже вздыхает. А тут ему никак не убежать, он таунтит его. Может, он заджукает? Еще раз.
О! Так что ну, долго они уловили. Хук отчаяния. Да. Ой, просто. Просто смотри, сколько вардов внизу сконцентрировано со стороны Хеллборна. Пум, ну, пум, это ж пум. Конгера может будут забирать. У них, в принципе, есть собака, Абиссал, почему бы и нет. Смотри, сколько дэмэджа наносит эта собака. Если бы она была 16 уровня, и у нее был бы, скажем так, второй ультимейт. То есть, если бы она использовала ультимейт за файт два раза, она бы могла их всех там убить. Гримор он собрал, собака. Да, Bubbles ваншотит. Это как сильно, нет? Гримор на собаке. Это такое. Я просто не фанат собаки. Не, я, конечно, раньше собирал и гримор, и чё я только не собирал. Но, в принципе, смотри, сейчас, как она убивает Кракена. Там же все скиллы Magic Damage, и довольно-таки неплохо. Кракен в попытке убежать взял с собой собаку покататься. Не, на самом деле, гримор не очень. В принципе, сейчас они слишком отфишены, поэтому хоть что собирая, они тут тоже выиграют, мне кажется. Все-таки 17 тысяч голды, которые они выигрывают, сказываются. Собирал бы кодекс. Кодекс. Ну, мы вчера видели кодекс на Блифагоре, ничего. Нормально. Он победил? Очень долго, но они победили, да. Тут у легионера уже бульварк. Ну все прекрасно, окей. Окей, все окей. Да, тем временем у легиона даже 300 кпм нет ни у кого. Собака убивает легионера, ну. Ну, все, можно уже. Time to concede. Сказал бы скаут. Да. Ну, команда легиона еще хочет побороться. Все-таки они надеются, что Темпес заварит пятерых, туда ультанет Кракен. С Хагой. Все будет хорошо, да? Все будет хорошо, ну ты не можешь отнять у них надежду. Да, собака уже вообще обнаглела-то. Ну, собака. Сейчас собака-то отъедет, она заигрывает слишком. Вот тут релиз, Кракена. Легионер, ваншот, Хаги, летает бабл с фараоном. Рапса сейвит свою собаку. Да и вообще всю команду. Ну, там Темпест хотел уже закрутить, уже почти поднял свои руки, но влетел Bubbles. А Bubbles летел, Bubbles всех засалил, заультил. И все. Я не понимаю, на самом деле, почему изики еще ждут. Не жмут контик. О! Выхватил легионера. Но это. Кстати, если легионер сейчас инсанитариус отрубит. А нет, он решил сломать гильку, все правильно сделал. Так бы он мог сдохнуть. Да, сейчас, окей, остается лишь забрать Конгора, пойти по боту и все. И выиграть игру. Тут собака сейчас геометр будет собирать. Firebrand уже готов. Ну, легионера надо пойти на базу, или он надеется найти тут регенку. Может быть. Бум. О, ты смотри, какой он. Пёртый. Да. Я просто подумал о регенке. Я всегда тоже так думаю в игре. Хоть бы регенка, давай. И выпадает регенка иногда. Иногда, но не всегда. Чаще урон иллюзии выпадает. Чаще рефрешка выпадает. Китайская руна. У фараона, кстати, барьер. Ну, тут... Тут уже это как-то... Да, не сильно влияет. Почему-то не забирает Конгора. Хотя прекрасная возможность. Видимо, ребята уже и так знают, что победили. Так, Темпест у нас выходит на... Ну, я предполагаю, ветра, может быть. Какой ветра? Это толкалочка, мне кажется. Ветра тут не сильно спасут, они лишь... А, толкалочка тоже не спасет. Тогда гримор собирает больше дэмэджа. Так, Нет. Ветра, считай, подкинул кого-нибудь и все равно ничего не сделал. Возвраточка на легионер. Легионер сейчас летает в Хагу, и Хага умирает. Быстро, вот, быстро, да. Собака даже прыгнуть не успела. Да, убивает Темпеста, тут Кракен ставит стыду, который вообще не дамажит. Ну вот эти графики уже говорят о том, кто победитель.
Да, ну слишком сильно проиграли изи early game. Собака очень расфиженная. Легионеру спауны не заблочили. Вот, собственно, и результат. А, и да, Хага проиграла фараона. Соло на соло. Да. Поэтому все вот так вот печально. Забирают лишние бараки. Резонер хорошо двоих захукал. Ультимейт. А ультов нет. Ну, дымажа-то есть Темпест, который... Рапса спасает своих союзников. Темпест, закрути уже хоть кого-нибудь. Нет, собака тут убивает всех. В своем ультимейте еще Хагу может пытаться забрать. Ждет собака блинка Хаги. Ой! Нет, Резонер был не на фонтане, а рядом. Да. Да запушите вы уже бараки и уходите отсюда. Хотят они подтянуть, раз команда соперника не сдается. Да, но Призанер... Нет, не попадает. Да. У Хаги нет ультимейта, она ничего не может сделать. Да, все очень печально. Да. Не сыграли массовые ульты. Да, не удалось, хотя по пику вроде как сильный пик. На самом-то деле. Если бы его, конечно, удалось бы реализовать. Реализовать не удалось. Он 93 ГПМ. Кракен. Ну да. Просто вот умираешь ты на харде. Два раза умер. Ну понятно, что ты будешь умирать дальше. Пошел бы, попробовал загангать кого-нибудь. У Рапсодии это. ГПМ больше, чем у всей команды Легиона, ну, кроме Хавги. Да, сильная Рапсодия. Не, ну, что ты хочешь? 35 тысяч голды проигрывать, ребята. Ну, это... Забей. Почему консид не жмут? Они еще даже ни разу не предложили консид, видишь, какая? Значит, никто не ноет и не дизморалит. И это самое главное в команде. Вот Хага, это с Лайт Брендом уже бегает. Сейчас дела пойдут. Может быть, они уже обсуждают тактику на следующую игру. Да, вон, тактический кодекс от собаки. Какого там первого уровня же, да? Да. Нормально, пойдет. Да. Ну, тут уже, в принципе, комментировать нечего. Разве что у собаки 730 ГПМ, это довольно-таки неплохо. А у Кракена 99? Ладно, тут... Конгры так не забирают. Вот что для меня остается загадкой. Почему они... И при этом не пушат, легионер продолжает фармить лес. Пропушили мид. Да, ну у легионера тревелат, по идее. Ну, у легионера нет хпшек. Так он на базу пойдет, купит тревела и прилетит. Да они даже вчетвером тут всех вынесут. Хотя, посмотрим. Ну да, собака залетит, даст кодекс, торт умрет. Ну, тычку еще. Да нет, там VQ кодекс, все, нет. Вот сейчас Призонер будет хукать. Мимо. Кол крипов. Ну что, увидим мы вторую ульту от Темпеста? Ну, был бы Portal Key, мы бы ее, скорее всего, увидели бы. Ну, к сожалению, Portal Key это и нет. Да, кстати, собака это потихоньку получает. Ну, не боится она ничего, Призонер не может вытащить. Угу. Кстати, легионер прилетел. Влетают в Хагу, Хага умирает мгновенно. Ну тут просто. Ой, просто уничтожают. Легионерский расой. Да, как он? Даймоник. Даймоник, он был бест уже собака. Гола не хил. Нет. Вот. Рапса так не думает. Это наглость. Он потерял свой был бест собака. Байбекнулся его атака. Убила его святая утка под фонтаном. Да. Легионер ворвался с баблсов в торта беднягу. И просто со второго скилла убил легионер его. Много. Дэмэджа. Ну что тут скажешь? До конца гейминг, походу. Да, до конца гейминг. Супер крипами играть будем. Затащим.
Да, ну Изи, конечно, понимает, что у них есть шанс все исправить. Темпес где-то килл успел сделать. О, вытягивает Бабблса. Да ничего тут не изменится уже. Конечно, не изменится. Может увидим ульту Темпеста. Вот тут Темпест стоит. И умирает. Заагренный. Да, и умирает. Походу не увидим ульту. Да, ультимейта сегодня не будет. Собака берет еще кодекс. Какой там? Четвертый уже? Да? Ну, посмотрим следующую игру. Об этой уже можно сказать лишь то, что очень сильно слили начальную стадию игры, из-за чего все пошло очень плохо. Вот собака дала кодекс, почти убила торта. И попадает! Но. Ну, почти. Но, к сожалению, умирает за это. Ну что, Темпест? Просто игра покажи, покажи хотя бы, как ты земельку крутишь. Оп. Ну? Ждет. Ну сейчас! О! Так и сбили толкалочкой. Рапса где сбила. Да, ну что ж, стоит сказать. Good game. Отличная игра. Окей, молодцы. Очень уверенная победа. Просто уверенная. Ну что ж, это BO3. Мы пока отключимся на небольшую паузу. Подождем, когда команды будут готовы. И вернемся. Ждите. До скорого.